Имя Мухаммада Юсуфа известно тонким ценителям и знатокам современной узбекской литературы. Его творчество настолько популярно, что нередко встречаются юные дарования, которые наизусть считают стихи из многочисленных сборников выдающегося лирика. Сегодня, 26 апреля, народному поэту Узбекистана исполнилось бы 69 лет. По оценкам современников, он являлся одним из наиболее одаренных узбекских поэтов конца 20-го – начала 21 века. В честь этой даты в информационно-ресурсном центре города Алмалыка прошла творческая встреча. Мухаммад Юсуф своим ярким талантом, самобытным поэтическим творчеством внес большой вклад в повышение духовности народа, укрепление чувства национального самосознания, национальной гордости, патриотического и эстетического воспитания молодежи. Сборники стихов Мухаммада Юсуфа «Знакомые тополя», «Корабль любви», «Нежный олень», «Любовь моя, мой народ» заняли достойное место в истории национальной литературы. Огромной популярностью пользуются песни, написанные на его стихи. Каждое свое творение Мухаммад Юсуф вкладывал душу, заставляя читателя задуматься о многом. Об этом говорили организаторы мероприятия, информационно-ресурсный центр, сотрудники военной части города и ученики средней общеобразовательной школы номер 15. Молодые юноши и девушки, постоянные посетители библиотеки, рассказали всеми любимые стихотворения поэта, прочитали отрывки из его произведений. Также были представлены небольшие постановки из жизни Мухаммада Юсуфа. По завершению встречи учителя по родному языку и литературе, подготовившие ребят и ученики, активно принявшие участие в мероприятии, награждены памятными подарками. Вклад поэта в развитие литературы был достойно оценен. Указом первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Мухаммад Юсуф был награжден орденом Дуслик, удостоен почетного звания «Народный поэт Узбекистана». Любимый всеми поэт прожил короткую, но яркую жизнь, оставил богатое литературное наследие, которое будет служить для новых поколений уникальным образцом беззаветной любви к родине и народу.